группировкам ВСУ с других направлений. Прикольные, да, новости? Ну да. Прикольные. Славяне мочат славяне. Обалденно. Нет, украинцы мочат фашистов, блин. Ну, понятно, блин. Все, до свидания. Да, стоять, стоять, куда ты, блин? Славяне, говорит, мочат славянов. Нет, ребятки, тут славяне мочат фашистов, блин, я бы сказал. Снаряды, о которых я говорил в прошлом выпуске, значит, они работают тихо, они работают. Здравствуйте. Вы из какого города? Владивосток. Давай, откуда? Я из Калифорнии. Недалеко от вас. Ну да. Да. Как у вас в Калифорнии? В Калифорнии все хорошо, конечно. Хорошо, да? Конечно, конечно. Это слава Богу. Как вы относитесь к тому, что в Буче произошло? Ну, это фейк, уже его разоблачили. Что это? Сотни видео, сотни трупов, ну, которые вот показаны. Это все фейк, правильно? Ну, смотрите, то есть наши войска вышли из Бучи 30 числа. Об этом мэр Бучи на украинском телевидении сообщил 31 числа, 31 марта. Угу. Вот. А можно там посмотреть, где он? Можно посмотреть, где он сообщил? Западный. Ну, так зайдите, в интернете вся информация есть по этому поводу. Есть отдельный клип именно по поводу фейка, о том, что это фейк, вашего фейка, понимаете? Сейчас собирают Совбез ООН, где будет это все предоставлено. Совершенно верно. Это все будет предоставлено. Ну, это все будет Вы помните роддом в Мариуполе номер 3? Да, помню. Доказали же, что это фейк? Нет, как кто доказал? Ну как, одна и та же девушка на всех фотографиях. Одна пострадавшая. На каких всех? Она, да, беременная, бьюти-блогер. На каких сейчас всех? Нет, ну просто продолжение истории есть. Можно продолжение, я посмотреть. Знаю, где вы ее захватили в плен. Она находится вчера, в Мариуполе. Вчера ее взяли интервью. Да, я знаю, она в плену в Мариуполе. А, ее в плену, ее пытаются. Конечно. Да? Ну, а, так, а вы знаете, понял, когда вы в плену, вы скажете все, что вам скажут, конечно. Ну, да. У нее ребенок. Вы знаете, у нее родился маленький ребенок, и она под страхом смерти ребенка, она скажет текст любой, да, который вы ей скажете. Обратно, когда она была беременна, это не работает. Нет, подождите, подождите. Под страхом смерти ее заставили сниматься в этом роддоме, да? Как понять, заставили? Фото эти самые снимали корреспонденты. Я еще раз говорю, когда ее снимали в самом роддоме, когда она пострадавшая якобы, почему, да, якобы? Оттуда ее в разных ракурсах выносили, и на носилках, и сама она ходила, там, и всевозможное. Это не по страхам смерти. На носилках. А здесь она уже родила Она в этом интервью, которое она дала в плену, она как раз сказала, что на носилках это не я. Вы сейчас врете, понимаете? Вы сейчас врете. Зачем вы врете? Вы сейчас врете. Я говорю, аллею ангелов видели? А, вы соскочили. Вы соскочили с темы. Нет, почему? Нет, давайте закончим эту тему. Тихо, понимаете, тихо. Я вы тоже не говорю, подбираете. Что вы врете. Дайте причем мне, бессовестно врете, дайте понимаете? Мне сказать. Ну, это... О, видите, вы... Вот, видите. Вы знаете, что вы врете сейчас. Потому что она в этом же самом интервью сказала, что на носилках это не я и это не моя фотография. А там была девушка, на меня похожа. Она это говорит. Это во-первых. Во-вторых, потому что есть разоблачение вот этой, все, что она говорит, есть разоблачение, понимаете? Посмотрите его тоже. Так вот, там такие вопросы есть. А почему там прерывается? Почему там нет? Кто задает вопросы? При каких обстоятельствах? Почему не снято от начала до конца интервью, а вырваны куски? Как вы думаете, почему так произошло? Случайно, да? А вам же объяснение не надо на это. Вы же хотите увидеть те факты, которые вам выгодны. Вот и все. Ну, в зеркало смотрите прям. Вот, совершенно верно. Я говорю, вы смотрите прям в зеркало.
Совершенно верно. Вы хотите, видеть только те факты, которые вы хотите. А остальное вы, вас не интересует. Вы видите только смотрите, те факты, которые... Правда вас не интересует. Понимаете? Правда вас не интересует. Поэтому, ну... Слушайте, а давайте, ладно, бог с ним. Вы в курсе, что вы сейчас уже, ваша армия бежит, блин? Да, и выбивается потихоньку уже не только с севера. У вас сводки вам прям напрямую Министерство обороны перед вами отчитывается, да? А хотите, вам включу? Шуна. Сегодняшний, вот. Кого вы включите? Кого меня включите? Слушайте. 25 тысяч этих барражирующих снарядов. Да я то же самое могу сказать, понимаете? Я могу вам уже 25 тысяч, там другая информация. Это сводки официально. Их практически не может... Почему? Ну, смотрите, то есть я уже слышал, что... Воздушная... Ну, понятно. Да, человеку, да, видите, ему не интересно. Ему не интересно знать правду. Он с этим согласился. Он говорит, вот это фейк, а я ему пытаюсь привести доказательство, что это не фейк. И есть разоблачение этого всего. Он это слушать не хочет. Он тут же перепрыгивает, а вот Аллея Ангелов. Когда я ему расскажу, что Аллея Ангелов была, почему-то ее больше нигде не было, кроме на тех территорий, что вы захватили, рашисты, он тут же перескочит еще на что-нибудь, понимаете? Вот и все. Вот. Естественно, вот так вот и строится весь разговор. Вот так вот с ними разговаривать.